Источник не на фон планеты. Окружающий природный фон абсолютно. То есть опять дохлый счетчик. Полностью, видите, дохлый. Да, дохлый счетчик. Полностью. Давайте посмотрим его поближе. Я вам покажу. Это еще одно доказательство, что, видите, полностью новый. Еще одно доказательство. Вот, вакуум есть не нарушен. Что счетчики нужно проверять. Они могут быть новые, идеальные и нерабочие. Вот вам наглядный живой пример, пожалуйста. Поэтому надо выбирать порядочных продавцов и просить ответственно отнестись и проверить. Так, этот идет в утиль. Нерабочий. Отбраковка. Следующий. Идеальный. Идеальный, идеальный. Так, теперь нам нужно взять слюдой перевернул, главное. Еще два штуки осталось. Те, которые были дохлые, надо нормальные взять. Вот. Первый. Идеальный счетчик. Ну все, проверка закончена. Полчаса длилась она. И это очень быстро. Это 1 минута на 1 счетчик ушла. Примерно. На самом деле проходит она дольше. И занимает времени больше. Ну все, проверка готова. Будет еще второй обзор. Все, всем пока.